Здравствуйте, друзья! Продолжаю строить погреб и сейчас буду делать в верхней части небольшое углубление под утеплитель. Это нужно для того, чтобы не уменьшать толщину стены. Сделал я уже разметку, но не померил ширину листа, поэтому немножко неправильно сделал. Сейчас буду прикладывать лист и уже по листу буду делать разметку. Толщину утеплителя я взял 30 мм. Конечно, лучше брать потолще, где-то 50 мм, но данный утеплитель довольно-таки дорогой, поэтому решил немножко сэкономить. Грунт убираю с помощью строительного мастерка. Данный вид работы делаю после дождя, поэтому грунт влажный и убирается легко. Глубину делаю на глаз, потом прикладываю лист и проверяю, что у меня получилось. Там, где надо, грунт дополнительно убираю. Делаю разметку под опалубку. У меня толщина стены будет 15 сантиметров, поэтому взял доску 15 сантиметров шириной и устанавливаю ее по уровню. Дальше внизу на грунту делаю разметку, так в нескольких местах. По этой линии буду устанавливать опалубку. Сделал основание под опалубку из доски 150 на 30. Ее крепил с помощью прутков арматуры в грунт. И дальше буду собирать саму опалубку. Для опалубки буду использовать доску 150 на 25. Собираю щиты опалубки. Щиты опалубки сделал, но устанавливать их буду немножко позже. Сейчас буду вот в эти места крепить утеплитель. Попробую закрепить с помощью вот таких пластиковых дюбелин гвоздей.
утеплитель установил. Теперь буду сверху стены закрывать полиэтиленовой пленкой. Она будет выступать в качестве гидроизоляции. Закрыл стены полиэтиленовой пленкой и теперь буду делать каркас из арматуры. Сделал сетку для одной стены, еще нужно будет сделать три таких сетки. Арматуру использовал 10 мм, ячейка 200 на 300. Вязал вязальной проволокой 1 мм и вот таким самодельным крючком. Этот крючок сделал с бэушной отвертки. Сетки готовы и теперь их соединяю в углах с помощью той же арматуры диаметром 10 мм. Взял прутки, общая длина 1 метр, и согнул под углом 90 градусов. Сюда временно установил бруски между стеной котлована и арматурой. Длина бруска 10 сантиметров. Общая толщина стены у меня будет 15 сантиметров. То есть с внутренней стороны будет 5 сантиметров. Позже их уберу, когда буду заливать бетон. Устанавливаю щиты опалубки. Их фиксирую между собой и к направляющим доскам с помощью монтажных уголков. Установил щиты опалубки. Также установил вот такие направляющие доски, их установил по уровню. И после заливки первой партии бетона, это 45 сантиметров в высоту, снимаю щиты и переставляю их по этим направляющим доскам. Вот, друзья, вид сверху. Эти доски я зафиксировал с помощью колышков. Также скрепил по центру. В общем, конструкция надежна. Большие партии бетона я сюда заливать не буду, поэтому думаю, что все это выдержит. А на этом все. Всем спасибо за внимание. До новых видео.